друзья, сегодня я вас ознакомлю с несколькими вакансиями, потому что довольно часто возникают вопросы, какая работа для женщин, для мужчин, какая оплата и так далее. Я просто сейчас буду переводить с польского языка, так как нам работодатели дают информацию на польском. Вакансия помощник оператора. Место работы Картошина, трубный завод. Обязанности. Контроль качества, сортировка продуктов, упаковка продуктов, обеспечение процессов производства. Требования к кандидату. Готовность к работе в 2-3 смены по 8-12 часов. Мануальные способности. Так, предлагаем. Официальное трудоустройство, соответственно, к польскому законодательству по умове о праці. Медицинская страховка, зарплата, основа 15 злотых за час брутто, плюс 15% месячной премии. Премия выплачивается, если нету пропусков и за хорошую производительность. Бесплатное проживание и транспорт для доставки на работу. Для кандидатов со знанием польского языка есть возможность карьерного роста. Жилье бесплатное, 2-4 человека в комнате. Доезд к работе бесплатный, постоянная поддержка координатора. Дополнительная информация, которую дает работодатель. Так, необходимо им 6 человек. Извиняюсь, нужно 6 мужчин или женщин до 55 лет. Трудоустройство по визам. Этот работодатель, он у него в преимуществе это для того, чтобы люди у него чем дольше работали, для того, чтобы не проводить дополнительное обучение и так далее. Какие еще требования? Это биометрические данные, имеется в виду зарплата 18,50 злотых брутто в час, плюс гарантированная премия 15%, плюс 288 злотых за работу без пропусков, возможны надчасы. Бесплатное проживание. Так, нужны 3 работника. Работа для мужчин в возрасте 18-45 лет. Так. Тут работодатель еще указывает, что так как зарплата выплачивается через месяц, то есть, ну, имеется в виду, человек отработал месяц, тогда у него идет выплата зарплаты. Чтобы человек имел с собой деньги на еду и другие свои потребности. Так, следующая вакансия. Так, вакансия работник продукции, производство автозапчастей и аксессуаров для автомобилей. В городе Болеславец, работники на завод от 2.01.2020. Мужчины и женщины, общая численность 30 человек. Так. Обязанности. Производство и монтаж автозапчастей и аксессуаров к автомобилям. Скручивание электрическими шуруповертами, монтаж. Требования к кандидату. Готовность к посменной работе в 3 смены по 8 часов. Желательно права на вилочный погрузчик. Трудоустройство по умове о праці. Медицинская страховка. Месячная ставка 2800 злотых брутто. Так, плюс. Возможно, надчасы. Так, плюс 50%
за переработку в течение недели и 100% доплата за работу в выходные дни. Так, и доплата за работу в ночное время плюс 20%. Премия до 10%. Бесплатное проживание в 1 километре от завода. Проживание по 3-6 человек в комнате. Постоянная поддержка координатора. Так, так, так. Так, еще возьмем, к примеру, вакансия оператор на производстве телевизоров. Фабрика находится в городе Жерардув. Так, работа на производстве телевизоров, работа на производственной линии. Скручивание и конечная обработка и упаковка телевизионных компонентов. Работа стоячая, требования к кандидатам. Готовность работать по 10-12 часов, смены с 6 до 14. Сейчас, секунду. Ага, 6 до 14 и с 18. 5 дней в неделю плюс возможность работать по субботам в случае невыполнения продукционного плана. Так, трудоустройство по умове злицения, медицинская страховка, вознаграждение 15 злотых брутто в час плюс премия 2,5 злотых брутто за работу без прогулов и больничных. Так, средняя, так. Бесплатное жилье, доезд на работу за свой счет. 1-2 километра от дома, можно добираться на работу пешком. Так, дополнительно. Работа с начала ноября. Вот здесь работодатель указывает, что трудоустройство только на 2 месяца. В связи с тем, что ну, есть у него сейчас какая-то работа, которую вот он рассчитывает, что эта работа будет выполнена в течение 2 месяцев, и потом после этого ему уже работники не нужны. Давайте еще возьмем еще одну, к примеру, вакансию. Вот и Вроцлав. Обязанности. Упаковка зубной пасты в коробке. Несложная работа на производстве, работа руками, работа сидя и стоя. Требования к кандидатам. Начальный уровень польского языка. Хотя бы, чтобы человек понимал, что говорят. Готовность работать в 2 смены с 6 до 14 и с 14 до 22. Официальное трудоустройство, так, медицинская страховка, рабочая одежда, гарантия, так, выплаты зарплаты до 15 числа. По желанию можно брать сверхурочные. Так, оплата составляет 14,70 злотых брутто. Премия плюс 1 злотый каждому отработанному часу. Это... Ага, так. Брутто. Ага, 16,20 злотых брутто за переработки с понедельника по пятницу. Это с 22 до 6 часов ночные. И 17,20 злотых брутто за переработки в субботу, воскресенье и праздничные дни. В период с 6 до 22 часов. Так, работа, так, рабочая смена 8 часов. Указывает работодатель, что можно работать даже по 16 часов, так как работа не тяжелая. И в основном люди приезжают заработать деньги. То есть он дает возможность работать сверх нормы. Количество вакансий 30
человек, работа для женщин и мужчин в возрасте от 19 до 60 лет. Ну, в принципе, некоторые вакансии я сегодня вам озвучил. Каждый день вакансии могут меняться в зависимости от потребностей. То есть, если вакансия не актуальна или появляется новая, соответственно, у нас обновляется база. Это я назвал вам, ну, несколько вакансий из нашего списка. Вакансии есть разного рода, начиная от строительства, от какой-то элементарной мануальной работы, ну и заканчивая уже более серьезными производствами. Все, спасибо за внимание, всем пока.